Евдокия Корнилова, женщина, которую 2 недели назад спасли из заброшенного сарая, продолжает проходить лечение в больнице. Женщине провели обследование и осмотрели узкие специалисты. Напомним, 82-летняя Евдокия Степановна прожила в сарае несколько месяцев. За бабушкой никто не ухаживал, она не могла самостоятельно передвигаться. Следствие – большие пролежни, высокое давление и педикулез. Тут защита ко мне ходит. Постоянно. Видите, красавчика, модная, теплая. Носочки. Вот носочки. Долгое время врачи не могли провести нужные анализы из-за отсутствия документов. Но все восстановили и довели обследование до конца. За 2 недели госпитализации бабушку удалось вылечить. По словам врача, сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное. После праздников медики передадут пенсионерку сотрудникам соцзащиты. И будет решаться вопрос о том, где будет жить пенсионерка. Кушать здесь хорошо. Ну а что еще-то надо? Тепло, чистота кругом. Ну и все, а что для старого человека надо?